Этот зал собрал тех, кто только на пути к большой науке, и тех, кто посвятил ей всю свою жизнь. Студенты и профессора, магистранты и аспиранты. 60 лет они создавали и продолжают создавать этот вуз. Равного ему нет в области, а конкурентов в стране можно пересчитать по пальцам. Сегодня Липецкий технический университет не просто вуз, современный научно-исследовательский центр. Здесь учатся около 7 тысяч студентов, технологи, металлурги, инженеры, химики. Выпускники ЛГТУ работают по всей стране. Наши сегодня выпускники работают в различных сферах. Ну и прежде всего, конечно, работают наши выпускники, мы так стараемся, на предприятиях и в организациях нашего региона, Липецкого региона. Но, конечно же, работают и за рубежом, и в других регионах России, и приносят, конечно, обществу пользу. История ЛГТУ началась в далеком 56-м. Тогда нынешний университет создали как вечерний факультет Тульского механического института. Это был первый и единственный технический вуз в Липецкой области с двумя специальностями – технология машиностроения и литейное производство. За 60 лет ЛГТУ прошел долгий и яркий путь развития и подготовил более 40 тысяч специалистов. Сегодня Россия в целом, как и Липецкая область, ее часть, вкладывается в человека. Мы сохраним все программы поддержки научных заведений, нашего флагмана профессиональной подготовки кадров Липецкого государственного технического университета и вместе с правительством Российской Федерации отработаем тот необходимый алгоритм развития каждой из наших частиц профессорско-преподавательского коллектива, студенчества, выпускников и власти, чтобы соответствовать вызову времени. Структура университета недавно изменилась. Теперь здесь 3 института – машиностроение, металлургический, научно-исследовательский и 9 факультетов. В преподавательском составе по-прежнему одни из лучших в стране доктора наук, профессора и доценты. Специалисты и ветераны в честь юбилея вуза получили грамоты и звания почетных работников высшего профессионального образования. В числе награжденных Андрей Кащенко. ЛГТУ он посвятил всю жизнь. Здесь учился, здесь же преподает. Деканы физико-технологического факультета с вузом связывают больше 20 лет. Обучать, наверное, это всегда приятно, потому что ты, в общем-то, стараешься передать частичку своих знаний, что-то из собственного опыта студентам, которые тебя окружают. Стараешься, в общем-то, чем-то поделиться тем, что сам знаешь, умеешь. Помимо образовательного процесса, большое внимание в вузе уделяют и культурно-спортивной деятельности. Создают творческие коллективы, открыто 16 секций по 14 видам спорта. Созданы 2 учебно-спортивных комплекса с бассейном. Но главный показатель успеха – востребованность выпускников, а с этим проблем не было никогда. Вот и сейчас у вуза заключены долгосрочные договоры с ведущими промышленными предприятиями региона. Юлия Нечаева, Михаил Жилкин, Липецкое время.